Приветствую вас, мои дорогие зрители! Сегодня у нас распаковка, я покажу, что я заказала себе для здоровья и для красоты из компании Siberian Wellness. У меня две тяжеленные коробки, одна и вторая, и здесь огромное количество новинок, то, что я заказала в подарок уже, то есть я заранее готовлюсь к Новому году, потому что я понимаю, что когда придет праздник, нужно быть готовым здесь, сейчас. И некогда будет бегать по магазинам. И я знаю, что продукция, которая вышла в лимитированной коллекции, она закончится очень быстро. Поэтому я заранее позаботилась о своих друзьях и заказала вот такие подарочки. Смотрите, такие рукавички. Ой, какие они миленькие. Только сейчас прям еще холодненький заказ с улицы. Только сейчас принесли. Три оттенка: розовый, тюбик, зеленый и синенький. И, естественно, по одному варианту я оставлю себе. Поэтому мы сможем сейчас открыть и попробовать, как это открыть. Слушайте, запечатано-то. Ах, и не хочется упаковку порвать, но придется. Ладно, что-то да надо сделать. Ножнички, да? Нам нужны ножницы. Сейчас, секунду. Я снова в кадре, и ножницы у меня в руках, и буду распечатывать аккуратненько. С двух сторон подрезаем. И вот он уже, тюбик, выскакивает ко мне в руку. Такие маленькие кремы для рук. Так хочется сказать, кремики по 50 миллилитров. Они запечатанные, то есть здесь вот у нас есть все равно ножницы нужны, чтобы все распечатать и показать вам более детально. Оп! То есть откидная крышечка и очень вкусненький, свеженький какой-то аромат желтого цвета, может быть, что-то написано. Да, масло ши, рыжика, миндаля, хлопка и облепихи, воск рисовых отрубей, экстракты меда, маточного молочка и цветочные пыльцы, экстракты облепихи, черной смородины и шиповника. Слушайте, это будет, наверное, такой сытенький, мягенький крем, который хорошо увлажнит руки. Так пахнет интересно. В принципе, ароматы здесь очень все интересные. Они настолько не избитые, особенно то, что касается парфюмерии. Кстати, у меня здесь должен быть аромат. Да, я его вижу. Я не удержалась, заказала себе еще один аромат. Очень необычный. Давайте попробуем сиреневый. Про голубой мне рассказывали, что он очень вкусный, пахнет, сейчас скажу, чем. То ли миндалем, то ли еще чем-то. Ну-ка. Так, здесь в составе фосфолипиды и гликолипиды, пантенол, масло абиссинской горчицы, рыжика, ши, воск, рисовых отрубей, витамин Е. Ой, сколько много всего в составе. Открываем следующий кремик. Я очень люблю для рук разные продукты, потому что руки много находятся в водичке. Все время с ней они натруждаются. Ну-ка. А этот белый. Ой, он пахнет как печенье какое-то, очень вкусное. Ой, много выдавила. Сейчас все руки намажем. Как десерт пахнет. Вот это очень нравится. Розовый мне не так сильно нравится, как вот этот лавандовый. Он просто невероятный. Слушайте, или вот фисташковый, мне сказали, вкусно очень пахнет тоже. Но мне его уже даже намазать будет некуда. Сейчас я его тоже открою. А, все, он у меня открытый. Я его уже открыла заранее. Оп, так, достаем. И открываем. Та-да-да-дам. Оп. Аккуратненько. Я его вот сюда на внутреннюю поверхность нанесу. Капельку прям. Ой, какие они густые. Масло какао. Вот, наверное, этот будет очень вкусный. Масло какао, ши, кунжута, ниацинамид. О, то, что мне нужно. Это очень сильный омолаживающий компонент. Витамин В3. А, Е и Ф. Ух ты! Вот это мне точно подходит. Все, самый вкусный. Самый вкусный для меня это зелененький.
Ой, как я люблю все это такое необыкновенное. Заодно увлажнила ручки. Видите, как хорошо. И рукавички можно будет выкинуть, а эти кремики останутся в нашей домашнем потреблении. Вот, дочка, я и Миша, кстати. Миша тоже мажет руки кремом, потому что у мужчин тоже кожа сохнет. У них же тоже есть кожа. И еще я заказала вот такую новинку. Один обязательно себе, и на подарки два штуки взяла. Это скраб для тела, тоже все запечатано. Я открываю вот такую вот упаковочку. Конечно, оформление новогоднее, такое все выглядит, как будто много-много серпантина. И здесь какао и цитрус, 300 грамм. Цены, честно, не помню, но да, всегда можно посмотреть на сайте. Вау, густющий какой! До этого у меня был скраб, вот только прям закончилась, в прошлый раз купалась, и последние капельки вымазала, а я так скрабы люблю. У меня был кедр и ягодное, там что-то невероятное смесь, потом так от кожи вкусно пахнет, столько масел в составе. И здесь видно, что скраб очень густой, с маслами, насыщенный, аромат какой. Все, это просто моя любовь. Сегодня же буду с ним купаться. И если интересно, расскажу потом, как мое впечатление. Кстати, в своем клиентском чате я всегда рассказываю про продукцию, то, что самой понравилось, то, что самой вот откликнулось, рассказываю честно, записываю коротенькие кружочки. Поэтому, если вы еще не в моем клиентском чате, напишите, я вас добавлю. Поехали дальше. Так, что-то здесь еще должно быть. Вот, еще из новинок. Цитрус и пихта, гель для душа 250 миллилитров. Знаете, еще часто спрашивают, что в составе. Но тут настолько мелко, что я, наверное, даже не прочитаю. Так, здесь, значит, масла. Экстракт какао придает коже тонность и упругость. И увлажнение и мягкость нам дарят натуральные масла. Здорово. А скрабы, они, в принципе, очень полезны, особенно если какой-то застой, если много сидите, то это классно разогревает кожу, чтобы не развивался целлюлит и так далее. Так, пробуем гель для душа. Тоже здесь у нас запечатанная наклеечка, мы ее должны снять аккуратненько. Так, и вот легким, а не досняла до конца. Так, снимаем наклеечку. И так, секунду. Так, все, я победила наклейку, аккуратненько ее всю сняла. И легким движением руки, смотрите, как открывается, пальчиком нажимаем, а здесь отверстие появляется, откуда и будет выходить гель. Вау! Очень вкусно! Цитрус и пихта – это такое нереально классное сочетание свежести и в то же время древесность. Очень вкусно! Прям Новый год, елочкой пахнет. Все, сегодня буду принимать, наверное, самый вкусный душ. Душ с гелем, со скрабом. Еще в этой коллекции есть крем-масло для тела, но его не было на складе. Я заказала его только сегодня ночью и получу посылку чуть позже. И там будет еще вот такая же баночка крем-масла для тела. Тоже все вот в одном, в одной цветовой гамме, все так красиво подобрано. Поэтому у меня будут комплекты на подарок для моих некоторых друзей. Именно вот такие будут дарить подарки в красивых пакетиках новогодних. Я думаю, что это будет просто вау. Это какао, детская серия, но мы берем себе, сами пьем какао детское, оно очень полезное и вкусное, просто нереальное. С молочком смешиваем, вот в таких баночках, уже, ну, не буду сейчас открывать, дома есть открыто. У него такой состав хороший, и самое главное, смотрите, он с пребиотиками для нормализации кишечной флоры. То есть детки будут пить какао полезное. И взрослые, пожалуйста, всегда можно, да, с детишками сделать это как красивая такая традиция, в красивой чашечке налить, вместе попить какао, пообщаться. То есть такой продукт, он еще и сближает. Очень вкусно и полезно. Так, здесь еще гель. Давайте я не буду доставать то, что у меня дублируется, а буду только показывать то, что в одном экземпляре. Взяла еще коктейль. Знаете, вот не хотела брать.
А у меня уже веганский был коктейль с лимон и апельсин. Я взяла апельсин и персик, они очень вкусные. А здесь какао и шоколад. Но тут недавно прям в чате написали, что кофе и шоколад, девчонки написали. Вау, какой вкусный коктейль, у меня любимый кофе и шоколад. Я такая, ну так, окей, запомнила. И когда делала заказ, мне сайт предложил взять его со скидкой 50%. А это очень выгодная цена, когда половинка цены оплачивается, еще и 25% вернется кэшбэком. То есть коктейль вышел за копейки буквально, поэтому, естественно, взяла. Это веганская линейка. Я пробовала всегда разводить с водой, но также вот девочки в чате посоветовали, что они пьют с молоком, и это очень вкусно. Я попробую и вам потом расскажу. Здесь ну, такой тяжеленький. Так, что здесь у нас? 9,5 грамм белка в одной порции. 500 грамм всего здесь в пачке, поэтому хватит надолго. Состав, конечно, очень хороший, то есть веганский. Это значит, что могут пить все, и в том числе люди, которые, да, строго там вообще у них такие запреты на все продукты животного происхождения. Ну что, хочется уже, да, прям не терпится подегустировать новый аромат. Я давно на него любовалась. Первый раз я как бы продегустировала, как только вышла эта линейка новая Fluids. Потом я подегустировала, когда в Узбекистане была этот аромат, и я поняла, что я его хочу. Но была новость, что они выйдут скоро в мини-упаковках по 20 миллилитров, и я подумала, подожду, когда выйдет мини-упаковка, но их все нет, нет и нет. И тут мне подарили сертификат, как раз такой на 5000, и я думаю, чем бы себя побаловать, взять надо что-то, ну, такое вот, что действительно вот прям хочется, а я же очень люблю, как сказать, ароматы. Парфюмерный маньяк. У меня уже практически все ароматы есть от Siberian Wellness. И вот из этой линейки у меня три аромата полноразмерных уже есть. И еще здесь два всего. Еще Pretty и вот этот аромат называется Magic. Fluids Magic. И я его только в Узбекистане, можно сказать, прям распробовала настолько, что поняла, он мне нужен. И решила, раз уж мне подарили такой классный сертификат, я возьму его себе в подарок и буду радоваться полноразмерным ароматом. А если уж он мне прям сильно-сильно-сильно понравится, я потом себе и мини закажу, чтобы брать в путешествие. Потому что маленькие размеры удобнее с собой брать дорогу, потому что все-таки такой флакон 50 миллилитров, это достаточно тяжеловато. Ах, какой он необыкновенный. И знаете, что интересно? Мне про этот аромат безумно вкусно рассказала моя тренер по женской интимной гимнастике Мария Вельшковская. Она тоже пришла в мою команду. И она сказала, Лилия, это нереально крутой аромат, женственный, аромат обольщения, аромат, который сводит с ума. И она его, кстати, себе первой приобрела тоже. И меня просто соблазнило. Я решила, все, я не жду, буду его брать. Но он еще раскроется, когда на коже, это будет, наверное, просто что-то необыкновенное. Так что вот такой аромат. По бокам рифленые такие бочкалы удобные, строгие формы геометрические. Так, ну что? А, приятно, как пахнет. Пока на себя не наношу, потому что у меня везде на руках крем. И я решила, что я аромат нанесу уже на чистую кожу, потом не сразу. Так, здесь у меня остались скрабы, кремики для рук и еще гель тоже. Поехали ко второй коробочке. Вы сейчас удивитесь, здесь у меня все масштабно, всего очень много. И начну я с того, что у меня здесь, та-дам! Вот такой кусочек, это мыло твердое, уголь и водоросли. Давайте сейчас мы один с вами распакуем. Я еще не пробовала, но, кстати, это я хотела очень сильно. Ну-ка, состав посмотрим. Это парфюмированное мыло ручной работы с бамбуковым углем и экстрактами водорослей. Бережно очищает, смягчает, увлажняет кожу, оставляет легкий свежий аромат. Вы знаете, даже через упаковку пахнет, знаете, чем по ощущениям, как будто вот дорогой парфюм, но мужской. Ну, мягкий аромат. Ух ты! То есть мы вот так вот раскрываем упаковку. Здесь в слюде такой кусочек. А он большой, здесь 100 грамм. 100 грамм. И как его открыть? Теперь, знаете, я стала делать ногти такие вот гелевые, а они такие толстенькие, и ими порой даже невозможно что-то
какую-то маленькую штучку сделать. То есть если нашими обычными острыми ноготочками мы можем делать все что угодно, то этим нет. Ух ты, какой черный, как уголек, такой ароматный кусочек. Вы знаете, я тоже заказала и в подарочки, чтобы вкладывать, и потому что выглядит очень респектабельно. Я люблю крафтовую упаковку, она такая лаконичная, строгая, вот этот черный ободочек со снежинкой тоже, кстати, и классный черный кусочек мыла. О, очень вкусно пахнет. Давайте его сюда вот пока уберем, не буду целлофан снимать. У меня здесь 10 таких кусочков, 10 штук. Почему 10? Я уже объяснила. Во-первых, я сама безумно люблю мыло, вкусное, классное, тем более с натуральным составом. И я очень люблю дарить кусочки мыла, потому что это длительное напоминание о себе, когда нужно сделать какой-то такой легкий, может быть, даже не то что недорогой подарок, я бы сказала, не то что недорогой, а легкий комплимент, который ни к чему не обязывает. Такой комплимент можно сделать своему мастеру, какому-то своему знакомому хорошему, да просто приятному человеку подарить, и человек попробует продукт, да, ощутит, как он работает, какой он по вкусу, по цвету, по качеству получит свой результат. Так, мыло все, а здесь целая коробка батончиков. И батончики тоже я очень люблю, они разные. Мой любимый — банан и вишня. Он, смотрите, здесь протеин, апельсиновый сок и натуральный витамин D2. Входит в состав со вкусом вишня-банан. И там прям кусочки фруктов. Это мой любимый батончик. Впервые попробовала батончик с манго, тоже прям интересный по вкусу. Ну, в основном, да, у меня тут вишня. И есть еще батончики, вот такие здесь кокос, протеин, кокосовая стружка и кальций. То есть они еще и полезные, и очень даже вкусные. Уже здесь фантики лежат, потому что я сразу слопала батончик, я не удержалась. Гора батончиков. Пытаюсь, да, их все достать. Почему? Потому что здесь еще много продукции. Батончики. Батончики тоже. Угостить кого-то. Кого-то в гости пригласила, обязательно достаю мармелад, батончики, чтобы это было вкусно и безвредно. Себе заказала вот такой продукт. Это мультиактивный крем для шеи и декольте, потому что шея и декольте в первую очередь выдают наш возраст. Если не ухаживать за этой зоной, как некоторые делают, да вот мое лицо, все, я тут умылась, нанесла маску сюда, крем сюда, сыворотку сюда и больше ничего. А шея, вот смотрите, где у меня заканчивается лицо, вот здесь. Поэтому за зоной декольте тоже нужно всегда активно ухаживать и поддерживать эту зону. Давайте посмотрим, как выглядит этот крем. 75 миллилитров, он тоже запечатанный. Сейчас мы сорвем пломбу, и я начну им сразу, кстати, пользоваться, потому что у меня сейчас нет крема для декольте. Я использовала просто крем для лица, но лучше же специализированный. И мы посмотрим, какой он у нас внутри. Тоже капельку выдавлю. Ой, ну он прям такой, если сравнивать с кремом для рук, то тот прям густой. Этот более нежный и мягенький, да, такое дает легкое распределение. Очень вкусно пахнет. И я думаю, что его нужно прям маленькую капельку. Легко распределяется по коже, легко наносится. Классный крем. Я его взяла, почему? Ой, как медом пахнет. Прям мед. Да, здесь в составе, по-моему, как раз и есть что-то с медовыми нотками. Давайте поищем состав. Не вижу. Так, может быть, на тюбике. Здесь есть на английском языке состав, а на русском надо будет смотреть на сайте. Наверное, здесь не получится почитать, потому что я не владею языком, но пахнет прям медом. Если вам мед подходит как по аромату, так и вообще по составу, если в составе есть медовые продукты, то вам он точно подойдет. Отзывы от него такие шикарные. Вот запоминайте, какая у меня сейчас шея. И обычно результат мы смотрим, ну, как минимум через месяц, когда происходит обновление клеток. Но чем женщина старше, тем у нас вот этот вот отрезок, он становится длиннее, то есть до 60 дней. Поэтому берем где-то примерно 2-2,5-3 месяца, чтобы увидеть
результат. Но я думаю, результат будет раньше. Так что вот я себе заказала еще вот такой крем. Повторная покупка моя — это крем тонирующий. Кстати, сейчас он у меня тоже на лице. И я уже смотрю, что крем закончится, поэтому надо заказывать новый. Чем он меня порадовал? Во-первых, он увлажняющий. И то есть наносишь его на лицо, и уже такая мягкость, легкость, он абсолютно не заметен на лице. Но он прекрасно выравнивает кожу, не перегружает ее, не подчеркивает морщинки. Он с SPF 15. Вот так открывается, раз, нажимаешь, и маленькую капельку буквально беру. Мне этого хватает на все лицо распределить. Также легко закрывается. Вообще упаковки потрясающие. Вот когда мне нравится крем такой с дозатором, тональный крем с дозатором. То есть я не люблю в тюбиках, не люблю в банках, а когда вот на кнопочку нажал и все выдавливается, это шикарно. Один оттенок, только слоновая кость, но он подстраивается под тон лица. Ну, конечно, если вы очень темная, смуглокожая, то, наверное, может быть, не очень подойдет. Но у него все-таки есть такая легкость и прозрачность. Но есть также и минусы. Он не перекроет, если сильные недостатки на коже. То есть если вам надо прям вот маскировку конкретную, он не справится. Но для легкого, такого свежего, звонкого макияжа он идеально подойдет. Чем мне нравится косметика Siberian Wellness? Я сейчас уже пользуюсь полностью всей линейкой уходовой. И в том числе вся декоративная косметика. Все только от Siberian Wellness. Чем мне нравится? Я когда стала использовать эту продукцию, я заметила, что у меня лицо выровнялось. И оно какое-то все ровное и в то же время свеженькое. Мне не нужна, не нужно много косметики. Мне не нужен тон, который будет прям плотно все перекрывать и выравнивать. Я сейчас макияж делаю буквально, ну, минут 7 полностью, потому что быстро капля крема, вжух, бровки расчесала, подкрасила немножко, на реснички бросила чуть-чуть туши, подвела там стрелочку, румяна, хайлайтер, классные тени, влажные тени, такие стойкие, пальчиком чик-чик-чик нанесла их, но я сейчас даже тенями не пользуюсь, и легкая помада. Это просто потрясающе. Я, кстати, в восторге здесь от декоративной косметики. Если хотите, прям будут запросы в комментариях, пишите. Я вам покажу, как я делаю сейчас макияж. Такой легкий, звонкий, быстрый, свеженький. Обязательно, да, запишу и покажу. Так, тональную основу заказала. А, вот, кстати, это тоже под заказ. Синхровитал. Здесь есть несколько видов синхровиталов. Их нужно пить одну утром, зелененькую или светленькую, тут написано на упаковке, и одну вечером. На 30 дней здесь рассчитано, вот здесь 100 капсул, значит на 50 дней. Это для сердца. Нет, для сердца здесь получается, сейчас скажу точно, 2, по-моему, утром и 1 вечером. Так, сейчас скажу. Так, по 3 зеленых капсулы утром и 1 прозрачная капсула вечером. То есть вот так вот, 3 зеленых утром и 1 вечером. Нужно очень внимательно читать, потому что на каждой упаковке написано свой способ применения. Например, какие-то 1 утром, 1 вечером, какие-то 2 утром, 1 вечером. И вот именно для сердца 3 утром и 1 вечером. Это очень классная штука для того, чтобы укрепить, поддержать работу сердца. И это еще не все. Так, что у меня здесь? Эпам 31. Это противофиброзный. Я его пью сама для суставов. Очень полезно. Ну, в общем-то, для связок, суставов. Для всего это как скорая помощь. Но эпамчики, их нужно пить долго. 2-3 месяца, чтобы увидеть результат. Я вот первый сейчас допиваю, же второй приготовила, чтобы он у меня был. И как он пьется? Его надо хорошо-хорошо потрясти. Здесь внутри капельки. Я уже следующий продукт достала. Капельки потрясти хорошо. 10 капелек на ложечку выдавить и вылить под язык. Поддержать и сглотнуть. Вот такой вот эпамчик. Главное потрясти хорошенько. И хранить в прохладном месте или в холодильнике, чтобы он не пропал. Потому что состав натуральный. И есть люди некоторые, которые сразу под язык капают, может слюна попасть, поэтому мы только в холодильнике храним, и лучше капать в ложечку и уже потом в рот, переносить рот. И это, наверное, самый любимый продукт у всей нашей команды, это розовый куб, такой огромный, красивый розовый куб, тоже заказала для себя этот куб для восстановления волос, то есть улучшать волосы, чтобы они хорошо росли.
восстанавливает волосы. У кого волосы сильно выпадают, прекращается выпадение, даже зарастают проплешинки. Поэтому вот такой вот классный продукт, мы его очень любим. Здесь на 30 дней 30 пакетиков. И, кстати, я его стоимость, конечно, помню, 1050 рублей всего. Вот такая коробка шикарная. Состав богатейший. Я уже показывала экспертам-специалистам, своим парикмахерам. Они говорят, это просто бомба. Состав крутой, и он действительно быстро работает. То есть 2-3 недели сразу люди замечают, что перестают так сыпаться волосы. То есть на расческе не остаются, да, там волосы в огромном количестве. Потом начинают лезть уже волоски такие, как, знаете, как антенки просто, маленькие такие, под пушек начинают расти, и волосы отрастают. Меняет структура волос. Они становятся более плотные, блестящие. Слушайте, ну вот это просто фантастика. Тоже, кстати, часто дарю такие кубы, беру в подарок, потому что мне кажется, это очень приятно получить в подарок такой классный продукт. Там еще несколько батончиков. И что у нас завершает, это Neurovision серия Nutrition, натуральные витамины, которые вот именно вот этот бокс, он для тех людей, которые много работают умственно, много сидят в телефоне, в компьютере, то есть это я, это я. Для людей, которые перенесли стресс, инсульт, это вот быстрое восстановление, все, что вот связано с нервами, вот, пожалуйста, Neurovision. Круто работает, почитайте отзывы на сайте. Я могу сказать по результатам моих родителей, они мне когда пропили вот подряд по две пачки, знаете, как папа сказал? Энергия появилась, силы есть, прям вот, говорит, прям мама сказала, у меня мозги просветлели. Стала как бы, ну, раньше было, зашла на кухню, зачем зашла, не помню, то есть память стала лучше. Такой быстрый, классный результат, поэтому тоже почитайте про этот продукт, он нереально крутой. Слушайте, вот это заказ, сколько новинок и сколько всего такого необыкновенно классного и вкусного. Особенно, конечно, хочется быстрее бежать пробовать вот эти продукты для душа, для тела. Кремики суперские, прям вот чувствую, как хорошо увлажнились руки, такие мягкие, напитанные. И буду теперь тестировать новый аромат. Ну что, я вас благодарю за внимание. Кстати, не сказала самое главное, если у вас еще не оформлена карта клиента, а карта клиента, она для чего нужна? Чтобы получать кэшбэк. Здесь нет скидок, мы не покупаем что-то там подешевле, продали подороже. Нет, у нас действует только система кэшбэка. Купили на какую-то определенную сумму, на следующий день возвращается кэшбэк. Это очень удобно, это выгодно. Для клиентов есть клуб постоянства, в котором, когда вы участвуете, получаете подарки. 3 месяца прошло, подарок, еще 3 месяца, еще подарок. Выгодно, интересно, классно. Если у вас есть вопросы, напишите мне, я вам расскажу подробнее обо всем. В принципе, можете, да, полистать ленту и найти видео, где я рассказываю про маркетинг, про выгоды клиентов. Там все это есть, но также я всегда готова ответить на ваши вопросы в комментариях или в личных сообщениях. Желаю вам всем крепкого здоровья, красоты, чудес, отличного настроения, подготовки к празднику, к новогоднему. И, конечно же, чтобы все дела получались самым наилучшим образом. До новых встреч! С вами была Лилия Донского. Пока-пока!